Электронная регистрация на забег «Лыжня России» началась. Массовая гонка стартует 12 февраля на базе в Академгородке. В этом году ее проводят в 40-й раз. «Лыжня России» – это самая масштабная по количеству участников зимняя гонка в нашей стране. Подготовят дистанцию 5 и 10 километров и отдельный забег на дистанцию 2023 метра в честь молодежного чемпионата мира по хоккею. Для допуска на старт нужно предоставить документы и справку от врача. Выдавать номера на месте соревнований начнут в 9 утра в день заезда. В этом году на старт смогут выйти только участники старше 18 лет из-за сложной эпидемической обстановки. Торжественное открытие турнира в 11:40, а первый старт – в полдень. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.